Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Просите меня чаще снимать именно дома. Вот у нас появился дом в центральном районе, улица Танкиста Серебрякова. Для понимания, где это, что это, ну, давайте камеру сразу вам поверну, покажу. Буду вам, собственно говоря, сразу и улицу показывать, и рассказывать, что у нас где есть. Вот там, прям в шаговой доступности, спортивный комплекс «Делка». Называется там и бокс, что-то там и плавание, и все-все-все, что вашей душе угодно. Там же, в том же направлении у нас ротонда. Парк «Динамо» у нас вот в том направлении. То есть отсюда прям можно ходить пешочком, гулять в парк «Динамо». Вот наш, собственно говоря, дом. Вот такой вот домик. Давайте сразу начнем с участка. Участок у нас начинается вот отсюда. Вот наша граница участка. По фасаду 20,8 и в глубину 26 метров. По месту, значит, по школам. Ближайшая школа у нас 42-я на улице Советской. Школа «Мариоль». Детский сад 141-й. А, на Беговой у нас еще школа есть. 47-я. Давайте еще немножко по улице с вами пройдем, покажу. Улочка достаточно тихая, не проездная. Здесь проезжают только вот именно жители вот этих домов. Наш дом, смотрите, находится на такой некоторой возвышенности. Вот наш дом. И тут вот такой вот крутой, вот такой вот туда спуск, овраг. Достаточно глубокий. Так, что там по школам у нас сказал? Детские сады 141, 86, 59 на 45 стрелковой дивизии. Из минусов, да, что могу сказать? Ну, несколько, может быть, далековато остановочка. Минут, наверное, 15 ходьбы. Но, опять же, ходить полезно. Редко мы что-то в последнее время, да, пешком ходим. Давайте еще по улице погуляем. Такая погодка классная, здоровская просто. Шикарная. И улочка такая тихая, хорошая, спокойная. Значит, в доме у нас все коммуникации. Газ, свет, вода. Все централизовано. Вот колодец, пожалуйста, вижу. И вот так еще покажу, как выглядит наш домик. Так, у нас там собака Кусака. Поэтому сейчас камеру выключаю. Пытаюсь подружиться с собакой. И дальше потом приступаем к обзору дома. Так, дорогие друзья, давайте начнем, наверное, с осмотра сначала придомовой территории. Нашли. Ух ты, я думал, мы с тобой подружились. Не. Я тут рассказываю, что мы сейчас с тобой. Наверное, мы с тобой подружимся. Ага. Сегодня в белом танце кружимся. Так, вот у нас входная группа. Вот тут у нас забетонировано. Проход небольшой. Тут наш верный охранник. Все нормально, все свои. Не переживаем. Кирпичный домик. Но, как уже говорил выше, сначала мы с вами прогуляемся по придомовой территории. Значит, что у нас на участке? Значит, как уже сказал, сам участок у нас 21 по фасаду, 26 в глубину. На участке у нас замечательная черешня. Вот это очень крупная, сказали мне хозяева. Вишня. Там дальше у нас яблони. Вон вижу яблони. И груши, и малины. И клубники, и все, что вашей душе угодно. 5,2 сотых получается у нас. 5,2, короче. 5,2. Вот так выглядит у нас дом. С другой стороны, со стороны участка. Есть некоторые надворные постройки. Вот какая-то мазанка есть. У меня есть лампа Аладдина. Сейчас более подробно с вами все здесь посмотрим. Потому что здесь, по-моему, света нет. Ну, здесь типа там какой-то что-то мастерской, что ли, что-то сделано. Видите, какой-то верстачок. Что тут у нас еще? Играем с вами в сталкеров. Так, печка вижу. Не знаю, рабочая или не рабочая. Но какая-то печурка есть. Ну так, для хранения, для складирования того, чего сейчас вроде бы не нужно, но вдруг понадобится. Вдруг когда-нибудь понадобится. Пойдете сюда, откопаете то, что вам понадобилось. И будете пользоваться. По печке, повторюсь, не знаю, не в курсе, рабочая, не рабочая, но она тут есть. Так, это одно такое помещение.
хозяйственное, для хозяйственных нужд. Далее с вами прогуляемся по участку. Что тут у нас еще есть? Это вишня. Вишня, спелая вишня. Ну вот, собственно говоря, заканчивается наш забор. Давайте прогуляемся. Это у нас гараж. И вот тут. Конец нашей территории, нашего приусадебного участка. Так, по плодовым деревьям уже сказал, чего у нас тут есть. Это яблонька. Ну да, и вот там у нас клубничка выращивалась. Пойдемте посмотрим гараж и потом уже приступим с вами к обзору дома. Там у нас открываются ворота. И вы такой и к себе в гараж. Но тут надо несколько, да, подбетонировать еще. Видите, потрескалась дорожка. Так, гараж без ямы. Хотя что-то планировали, да? Планировали под нее делать, но что-то руки не дошли, не сделали. Но, тем не менее, гаражик есть. Гараж кирпичный. Вполне себе места для вашего автомобиля, для вашего железного коня хватит. Ну, можно попробовать еще, наверное, яму выкопать, да? Есть, гараж зафиксировали. Идем смотреть дом. Так, ну, дом, честно говоря, не подскажу четко какого года. Ну, наверное, годов 90-х. Я думаю, что не ошибусь. Дом кирпичный, обложен сайдингом. Кто-то уже хочет купить наш дом. Я на съемках. Не могу сейчас. Кого я ждал? Нет, я не договаривался ни с кем. Пусть проконсультируются. Да. Какие-то, говорят, люди вас стоят, ждут. Вы с кем-нибудь договаривались? Я говорю, нет, я не договаривался. Так, повторюсь, дом кирпичный и обложен сайдингом. Так, пластиковые окошечки у нас. Ну, в принципе, давайте посмотрим еще по фасаду, здесь пройдем. Ну, таких, знаете ли, видимых каких-то, может быть, разрушений не вижу. Так, дружок, мы с тобой подружились, я надеюсь, ты об этом помнишь. Дружба крепкая, неразлучная. Так, входная группа у нас. И мы сразу с вами попадаем. Ну, как это называется, прихожка, да? Прихожка такая небольшая. Две двери, раз, два. Прямо дальше у нас сразу санузел. Попадаем сразу с вами в санузел. Туалет. Душевая кабина. Раковинка. Так, в доме у нас 5 комнат. Дом кирпичный, повторюсь. Потолки у нас 2,8. Ну, для частного дома это неплохо, 2,8. Чего-то там у нас, я испугался, там у нас, наверное, люк, да, выход на чердак. Я уже думаю, какие-то, наверное, чего-то потолок у нас рушится. Нет, там у нас выход на чердак. Все нормально. Так, 5 комнат у нас, кухня-столовая, да, если можно так сказать, либо просто кухня, да. Две комнаты изолированы, две проходные. Да, вот это у нас кухонка. Вот это кухня. Колоночка еще старенькая. Все коммуникации в доме есть. Газ, электричество, вода. Все у нас централизовано. В этом плане у нас все хорошо. Требуется, естественно, некоторый ремонт. Сами все прекрасно видите. Ну да, получается, вот, собственно говоря, кухня. С кухонки, да, приготовили и пошли сюда с тарелочкой. Вот сюда сели, покушали, поужинали. И пошли дальше. А дальше мы попадаем с вами вот такой вот какой-то холл, или как это, не знаю, комната такая проходная, да? Ух, какой корабль! Какой корабль! Посмотрите, какая красотища! Так, и из этого холла у нас, получается, еще выходят комнаты. Комната раз сюда,
Ты смотри, какая-то старина тут. Как я люблю всякие вот такие вот штуки. Я просто тащусь от такого всего. Корчик какой. Красотища. Да простят меня хозяева. Класс. Здоровско. Ух, а тут смотрите, чего тут. Я не пойму, я вам дом показываю или... Ох-ох-ох, тут и модельки всякие разные. Офигеть. Что тут? Дверь открывается. А, класс. Класс вообще, здорово. Вот это победа. Так, одна комната. Давайте немножко отвлекся я, да? Возвращаемся к тому, собственно говоря, зачем мы сюда пришли. Вот эта комнатка небольшая. Я не знаю, сколько тут квадратов. Квадратов 8, наверное. Не больше, да? Да даже, может быть, чуть-чуть поменьше. Во всем доме у нас пластиковые окна, батареи чугун. И тут что-то там какое-то... Что-то ремонтируется какой-то автомобиль. Да что ж такое? Ну вот не могу пройти мимо, а? Ох, какой тяжеленький. Да, это, наверное, чуть-чуть поменьше 8 квадратов комната. Следующая у нас дальше комната. Это у нас такой зал, да? Это зал. Окна у нас с двух сторон. Здесь окошечки у нас пластиковые. Не буду, ладно, копать. Здесь чугун. Батареи, там батареи чугун. Ну тут, наверное, квадратов побольше, наверное, 18, я так думаю. Да, здесь, наверное, в районе 20 квадратов. Какая-то лепнина там на потолке. Здесь квадратов 20 есть. Здесь у нас еще два окна. Также окошечки пластиковые. Здесь как раз-таки вид получается на наш приусадебный участок. На наш огород. На наш гараж. Два окна здесь и одно окно. Там. Да, здесь побольше 20 квадратов. Потолки 2,8. Итого, что у нас получается по комнатам? Здесь полноценная 20 квадратов. Здесь небольшая комнатка. Квадратов 8, наверное, да? Ну, здесь она какая-то проходная, что ли, комната. Да, здесь комната проходная. Собственно говоря, да. Так, по сути у нас получается вот здесь столовая, там кухня, одна комната проходная и там еще две комнатки. Ну да. Да, получается так. И все-таки мы с ним поладили. Да. Так, друзья, думаю, чего-то я вам не показал. Не показал вам подвал. Вот наша кухня, вот наша столовая. И вот у нас тут подвал. Мне же надо вам все показать, да? Мне бы самое главное там не навернуться. Я понимаю, что будет контент четкий, если я кувыркнусь, но мне бы не очень хотелось. Лестница очень так, знаете ли, стоит. Опа! Все, я в подвале. Я это сделал. Так, смотрим подвал. Что у нас тут с подвалом? Ага, тут какие-то баночки. Ага. Ну, в принципе, достаточно сухо. Да, достаточно сухо. Подвал можно использовать по назначению.
Все, теперь вроде бы точно все. Все вам показал. Подвал небольшой. Сколько он здесь квадратов? Не знаю. Может быть квадратов чуть больше 10. Ну, по крайней мере, он есть. Можно оборудовать еще какими-то полочками. Необходимо будет, да, какую-то некую такую реконструкцию произвести, наверное, все-таки. Но пользоваться им можно. Лестница только я бы, наверное, как-то более так поставил. Она очень, очень такая вот, очень крутая. Так, друзья, и теперь мы плавненько подходим к стоимости. Напоминаю, это у нас центральный район. Улица Танкиста Серебрякова, такая тихая, хорошая улочка, тихая гавань такая для вашего семейного гнездышка. Значит, там, повторюсь, да, у нас в шаговой доступности отсюда, ну, 5 минут ходьбы, спортивный комплекс, пожалуйста, там и секции различные, какие хотите. Вот в ту сторону, если пойти, у нас парк Динамо. Тоже прям буквально в шаговой доступности, здесь можно ходить пешком, гулять. То есть здесь вниз спустились через калиточку, мы на таком, знаете ли, Косогоре здесь у нас дом находится. Вниз туда спустились и пошли, вы уже в парке Динамо. Магазины ближайшие, Пятерочка, Магнит, тоже в 5 минутах ходьбы. По школам, детсадам уже говорил. Повторю, центральный район, дом 70 квадратных метров. Давайте еще немножечко пройдемся, покажу вам улочку тихую, спокойную. Тихо, хорошо, свежо, лесом пахнет. Никакой тебе городской суеты. 5,2 сотки земли, центральный район. Вот, значит, здесь стоимость земли доходит до 600 тысяч рублей за сотку. За сотку, не за наши 5,2, а за сотку. Вот и считайте, собственно говоря, да, сколько здесь стоит земля, сам кусочек земли. Мы же хотим за свой объект недвижимости с 5 сотками земли. Дом у нас 70 квадратных метров, да, требует некоторого ремонта. Да, может быть, планировка не очень, что-то нужно как-то переделать, потому что получается, по сути, всего две такие нормальные полноценные комнатки жилые, да, остальные какие-то что-то проходные. Ну, можно, в принципе, там включить свою фантазию и что-то придумать. Цена нашего объекта недвижимости 5 400 000 рублей. Мы торгуемся, торг, естественно, есть. Повторюсь, стоимость 1 соточки земли здесь доходит до 600 тысяч рублей. Посмотрите, какая красота. Что ж такое? Все меня хотят. Все меня хотят, но я никого не хочу, когда я снимаю видео. И вот там наш дом. Красотища, тишина, покой. Вот такой вот он у нас центральный район. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Кого этот объект недвижимости заинтересовал, пишите, звоните, все контакты специалиста, кто этот объект недвижимости ведет. Зовут ее Марина, есть под этим видео. Пишите, договоритесь о просмотре, торгуйтесь, может быть, да? Торг никто не отменял. Центральный район, улица Танкиста Серебрякова. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Не забывайте поставить лайк этому видосику. И не забывайте подписаться на наш канал, кто еще не подписан. Будет еще много-много различных хороших обзоров недвижимости нашего замечательного города. Все, пока. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8 920 22 99 356. Расскажем об условиях сотрудничества.